Всем привет, ребят. Что, я решил сегодня потрешивать на своем аккаунте. Давно я уже не играл в пирата. Посмотреть, что, какие там награды. Конечно, мне плюшки на основе не особо нужны, но ради интереса еще плюс хрустальный сундучок у нас есть. Посмотреть, что и как. Так, где там у нас пират? К сожалению, у нас еще до сих пор пирата с огнекрылом не дают, на других серверах дают. Ну, у нас сегодня такие вот плюшки, пакетики дают такие вот, ну, в принципе, такое себе. Ничего интересного, кроме, наверное, третьих сумок можно достать будет нового питомца. Ничего себе, 3 рупора дали бесплатно. Даже их складировать. Поехали. Посмотрим на удачу, чем мы сегодня тут наловим ради интереса. Так, кулаки, расходники, 2 сумочки питомца дали. Это прогресс. Четыре сумочки уже вторые дали, ничего себе. Поехали, забираем. Думаю, 1050 сейчас спустим. Посмотрим потом, какие у нас будут плюшечки. Так, окей. В принципе, потом давайте сразу же сундучок заберем. Не сундучок, а пирата на 50к. А потом вернемся к сундуку, посмотрим, что там интересного. Так, яйца дают фиолетовые. Кстати, лимит 999 яиц. У меня я не могу открывать карты. Теперь приходится зеленые яйца ставить все время, потому что просто тупо перелимит. Так, опять вторые. Почему нельзя сделать, чтобы все падало сразу в рюкзачок? Зачем вечно вот это все усложнять? Ну ничего себе, 8 сумочек это было неожиданно. Да, по кулакам, конечно, все печально. По сравнению с английским сервером, такая печаль на русском, честно говоря, играть. Еще такие акции дают. Так, окей, отлично. Поехали дальше. О, ничего себе, первый сундук дали. Да, щедрость зашкаливает. Куча карт на адский саммит, на которую я уже не помню, когда я последний раз ходил. Вообще забил на локации на русском сервере. Напихали рупоры, зачем они здесь? Дайте, блин, нормальные плюшки народу. Чтобы и без доната могли там потратиться, немножко прокачать свой аккаунт. Посмотрите, падают. Какая фигня. Вот раньше, когда ты пират был, мне кажется, намного интересней, чем сегодня. Базар, который у нас был, по-моему, вчера, это просто жесть. Стыдно стало за русский сервер.
Да, по кулакам тоже, я вам скажу, печально все. Так, я на риском себе позволяю кулаки на золото менять. Вот тут, ничего себе, 1500 кулаков. Неужто вы меня услышали? Давайте еще сейчас разок заберем. Да уж. Ну, хоть фиолетовых яиц наловим. Так, окей, поехали посмотрим, что у нас там вообще получилось с этой добычи. Двадцать пять карт, 54 яйца. Ну, может меньше чуть-чуть, потому что у меня, по-моему, были. Ну, плюс-минус. 4 сундучка. Ну, это, конечно, печально все. 4 сундука. Ну, это неплохо. Так, что мы такое еще интересные карты? Первое. Ну, давайте откроем все. Видите, в принципе, ничего такого интересного не падает отсюда. Так, удачный сундук у меня завалялся, тоже надо открыть. 333 второй карты. Две сумочки. Такое себе. Целых 42, ребят, сумки. Ну, это, конечно, смешно просто. Ну, хоть героям некоторых. Некоторых у меня не все есть. Третьи сумки нам вообще, походу, не упали, да? Супер просто. Так, окей. Поехали. Заберем. Так, первый забрали, второй приговор дают. Ну, это, конечно, печально. Ну, поехали, хотя бы синенькие кристаллы, хоть что-то. Так, ну, третьи сумки, три коробки. Карта такое себе. Так, что мы тут имеем? Исцеление, две железных воли, седьмые рунки, три сундучка, эмблемки. Ну, эмблемки чисто ради. И огника. 12 сумочек. Ну что, заберем. Посмотрим на удачу. Вот такой вот коллекционер. Поехали, еще плюшки пооткрываем. Хрустальный сундучок. Ну, вроде неплохо.
Так, окей. Окей. Что у нас там по акциям сегодня еще есть? Это мы забрали. Карта таланта. Открыть сундук. Ну, кстати, неплохие сундуки. Мне они всегда нравились. Интересные очень. Правда, Хеллоуин уже прошел, но нам их все равно дают. По 50 самов, да. 300. Ну, 1500 должно хотя бы раз упасть. 600. Ничего себе, повелитель бури. Да, неожиданно. Может, еще и вольта дадут. Череп. Ну, 1500 самых дали все-таки. Самый большой бонус. Ну, в среднем он выпадает где-то за один пак. Один раз, но бывает и немножко чаще. Так, не крыло, 5 осколков. Ну и все, походу, больше ничего такого интересного у нас сегодня нет. Так, вот так вот. В принципе, почти те же самые самоцветы у нас получились. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, плюшки пооткрываем. Что у нас тут по плюшкам? Ну, такое себе 20к кулаков. Честно, маловато. Ну, хотя мы 50к всего потратили. Так, карты смены. 25 там карт было. Коробки я пока тратить не буду. Скоро у нас будет обнова. Пока можно оставить их. 150 и коробка. Так, хорошо, поехали дальше. Открываем 10 бугимена, 30 ребята. Ну, такое себе тоже нехти. Так, что у нас еще тут было оттуда интересное такое. 12 сумок огника мы оставим. 15 карт. Лучше красные кристаллы выпали. Так, ну и... Сейчас посмотрим, может, уже смогу докачать. Плохо, 6 штук упало. 5 штук.
Да, далее 23 уровень. Так, окей. Что у нас тут по героям? А тут, в принципе, все уже докачанные по максимуму. Только смертушка. Вот так вот, ребят, пишите комменты, лайки, репостики, как обычно. Всем удачи, всем пока.